Жителю Магнитогорска, который устроил ДТП с погибшими, смягчили приговор. Теперь он проведет в колонии поселения на 1 месяц меньше, чем ему назначили. Напомним, авария произошла в октябре 2 года назад. Мужчина за рулем «Лады Приоры» столкнулся с «Део Нексия». Удар был настолько сильный, что один из его пассажиров получил множество травм. В больнице он провел 3 месяца, но спасти его не удалось. Также получили ранения еще 3 человека. Суд Магнитогорска признал мужчину виновным. Ему было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии поселения. А потерпевшим должен он выплатить 887 тысяч рублей. Но водитель с таким решением не согласился и решил его обжаловать. И вот в апелляционной инстанции срок наказания сократили на месяц, а в остальной части оставили приговор без изменений.